Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. В этом видео очередная посылка, добравшаяся до меня с сайта AliExpress. Обошлась она в 564 рубля или примерно 10 долларов. Добралась неплохо за 15 дней, достаточно хорошо. И неплохо она и упакована. То есть, если посмотреть, коробочка такая надежная достаточно. Не часто так упаковывают, и только какие-то хрупкие ценные вещи. Здесь у нас с вами микрофоны написано. На самом деле это головные микрофоны для акустической системы. Акустическая система, для которой предназначен конкретно данный микрофон, это АКГ. Некоторое время назад у меня на канале был обзор этой акустической системы. Кто пропустил, ссылка будет вверху экрана. Вот. А здесь мы давайте с вами распакуем и посмотрим, как она у нас добралась. Главное, чтобы все добралось в целости и сохранности. Упаковано так матёро, так хорошо. Или я просто не с той стороны его пытаюсь вскрыть. Так, так. Вот, что мы имеем внутри. Это, собственно говоря, головной микрофон. И ещё и до кучи, целую кучку уплотнителей. Опять-таки, таких, в которые упаковывают фрукты. Там всякие груши китайские, вот часто я вижу в магазине, в такие упакованные. Вот он наш головной микрофон. Да, примерно такие у нас микрофоны, две штуки есть. Этот у нас микрофон будет третьим. Так, есть здесь это уплотнение. Ну и трехконтактный АКГ-шный разъемчик. Все, по-моему, верно. Ну, на голове сидит хорошо. Вот использовать или не использовать вот этот вот ремешок. Это вопрос спорный. Кнопочка работает. Ну что ж, все, что могу сказать, визуально выглядит все достаточно неплохо, регулируется. Так, посмотрим, что у нас здесь под вот этой штукой. Ага, вот так вот микрофон выглядит. Ну что ж, по-моему, все более-менее сносно. Значит, останется этот микрофон мне протестировать непосредственно на акустической системе. Поэтому имеет смысл заглянуть в описание к данному видео. Ну или посмотреть ссылочки вверху экрана, которые будут со временем добавлены. В которых, возможно, появится уже реальный тест этого головного микрофона. Предварительно могу порекомендовать лота продавца. На этом не разрешите раскланяться. У меня же остались только формальности. Кто еще не подписался на группу в социальных сетях моего YouTube-канала, сделать это можно по ссылкам в описании. Если вы будете приобретать этот товар, либо что-то еще на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую я, рекомендую. Ссылка на них будет в описании к видео. Ну а если у вас вдруг появится желание поддержать мой канал, то переходим по самой нижней ссылке в описании к видео. Все, друзья, всем удачи, пока!